симпосион. Ожидание. Отложенная жизнь. Аккуратно разглаженная рукой. Сложенная вертикально. По всем правилам японских домохозяек. Чтобы поместиться в небольшой рюкзак на спине и не помяться, ношу с собой на плечах. Хотела подарить себе, ты пожал плечами. Зачем мне розовый девчачий рюкзак, да еще и со слонами? Предложила знакомой дикой кошке с пятнистой шкурой леопарда. Та презрительно замурчала. Зачем мне? У меня и так 9 жизней, прожили бы. Хотела поделиться с веселой рыжей корги. Та внимательно выслушала меня, виляя хвостом, и ответила: спасибо, но у меня уже есть в рюкзаке на животе 5 новых симпатичных жизней. Странно, но никому не нужна чужая жизнь. Придется, видимо, достать из рюкзака и разложить в поле, раскинуть скатертью-самобранкой, усыпанной разными вкусными яствами, и, наконец, возлечь на ее симпосионе. Симпосион.